Третье. Увеличивать эффективность демократического контроля. Демократический контроль является важной составляющей частью народно-политического и демократического строительства МПКСК, является важной формой помочь партии и правительству улучшать работу. Для улучшения эффективности контроля нужно фокусировать наше внимание на ключевые важные стратегии ЦК КПК и реализацию ключевых показателей в рамках 13-й пятилетки. Мы будем проводить семинары, двухнедельные семинары по таким направлениям, как контроль системы за продовольственной безопасностью, создание зоны защиты окружающей среды и другим направлениям. Обобщать опыты МПКСК разных уровней, разработать и улучшать правила демократического контроля МПКСК.